Новое сообщение от Триколор ТВ. Уважаемый абонент, ваш телевизор может быть вашим почтовым ящиком. Воспользуйтесь услугой Триколор ТВ Почта, и вы сможете получать сообщения на экран телевизора. Читать письма. Смотреть фотографии. Получать газеты. Откройте новые возможности вашего телевизора. Услуга Триколор ТВ Почта. Вам письмо. Уважаемые телезрители, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о способах оплаты услуг Триколор ТВ. Оплатить услуги Триколор ТВ вы можете в платежных терминалах, отделениях Почты России, в салонах связи или через интернет. Близко, доступно, комфортно, в одно мгновение. Выбирайте наиболее удобный для вас способ оплаты. Сейчас вы увидите пошаговую инструкцию по оплате услуг Триколор ТВ через интернет. Для оплаты услуг Триколор ТВ через интернет зайдите на сайт www.tricolor.tv. Далее перейдите в раздел «Абонентам». Выберите опцию «Как оплатить». Среди предложенных вариантов оплаты услуг Триколор ТВ найдите «Банковские карты». Далее нажмите кнопку «Перейти к оплате». Обратите внимание, что к оплате услуг Триколор ТВ принимаются карты платежных систем Visa и MasterCard. На открывшейся странице заполните пустые поля, расположенные справа. В первой строчке наберите 12-значный номер вашего приемного оборудования. Внимание! Если номер DRE ID вашего приемного оборудования содержит 14 цифр, вам необходимо ввести 12-значный номер вашего абонентского договора. Во второй строчке выберите наименование услуги. Предположим, вы хотите получить доступ к просмотру более 100 телеканалов на протяжении года. Следовательно, вам необходимо оплатить услугу «Оптимум». Третью строчку оставьте как есть. Стоимость выбранной услуги будет указана автоматически. Далее проверьте правильность указанных данных. Номер DRE ID вашего приемного оборудования или 12-значный номер абонентского договора, а также наименование услуги. Например, услуга «Оптимум» за 600 рублей в год. Нажмите «Отправить». После подтверждения информации вы будете перемещены на сайт Райффайзенбанка для завершения платежа. На странице банка заполните необходимые данные и нажмите «Оплатить». В случае успешного проведения платежа с вашего счета будет списана указанная сумма. Комиссия за проведение платежа не взимается. Внимание! После оплаты для возобновления просмотра вам необходимо оставить приемник включенным на одном из закодированных телеканалов. Максимум через 8 часов появится изображение, и вы сможете пользоваться всеми преимуществами цифрового спутникового телевидения целый год. Оплатить услуги Триколор ТВ просто. Для этого вам необходимо: первое. Знать 12-значный номер вашего приемного оборудования или номер вашего абонентского договора. Второе. Оплатить услуги Триколор ТВ с помощью банковской карты на сайте www.tricolor.tv. Третье. После оплаты оставить приемник включенным. В течение 8 часов появится изображение, и вы сможете целый год смотреть более 100 телеканалов с Триколор ТВ. Приобретая пакет «Оптимум», вы получаете доступ к более чем 100 разножанровым телеканалам, среди которых каждый член семьи сможет найти канал для себя. И весь первый год телепросмотра у вас не будет необходимости активировать подписку на пакет «Оптимум». А в дальнейшем продлевать подписку на пакет «Оптимум» необходимо всего лишь раз в год за 600 рублей. А 10 федеральных каналов в пакете «Базовый» останутся для вас без абонентской платы. Если у вас уже сегодня транслируются только федеральные каналы, а вместо остальных вы видите надпись «Кодированный канал ДРЕ», не пугайтесь. Скорее всего,
у вас просто закончился срок подписки на пакет «Оптимум», и вам необходимо пополнить ваш личный счет абонента в системе «Триколор ТВ» и заново активировать подписку. Уточнить эту информацию вы можете как на сайте, в личном кабинете абонента или у онлайн-консультантов, так и по телефону техподдержки. Там же вы можете узнать номер вашего абонентского договора или 12-значный DRE ID вашего приемного оборудования. Обращаем ваше внимание, что если у вашего оборудования 14-значный ID, то при пополнении вашего личного счета абонента вам необходимо указывать только 12-значный номер абонентского договора. Количество точек приема платежей постоянно расширяется. Пополнить свой личный счет абонента вы можете в отделениях Почты России, через банкоматы, посредством онлайн-платежей по банковской карте Visa или MasterCard, электронными деньгами Kiwi кошелек, Яндекс.Деньги и Йота.Деньги, в салонах связи Евросеть, Связной, Альт-Телеком и даже через свой мобильный телефон, а также через платежные терминалы, расположенные в общественных местах, в торговых центрах, на вокзалах, в метро, в магазинах. Для этого выберите в меню терминала раздел «Телевидение» и убедитесь, что терминал принимает платежи в пользу Триколор ТВ. Выберите пакет, который вы хотите оплатить. Оптимум. Введите 12-значный номер, номер абонентского договора, либо ID вашего приемного оборудования. Внесите 600 рублей. Обращаем ваше внимание, что при оплате через терминалы может взиматься комиссия. Размер комиссии уточняйте в местах приема платежей. Более подробную информацию обо всех способах оплаты вы сможете найти на сайте в разделе «Помощь». После оплаты необходимо произвести раскодировку каналов. Для этого нужно переключить приемник на любой кодированный канал. Оставить приемник включенным на срок до 8 часов. Телевизор при этом можно выключить. И еще целый год наслаждаться вашим любимым телевидением.